Вспоминай почаще тот момент, когда я давал тебе советы. На коленях было хорошо, небо приготовило ответы. Вспоминай почаще тот момент, когда низко-низко ты склонялся. Я родник открыл тогда тебе, чтобы имя Бога прославлял ты. И в тот час я рядом с тобой был и держал тебя тогда за руку. Выхода ведь не было порой. Поднимал ты взор свой к небу ночью, говоришь, опять вопросы есть, и на них нужны сейчас ответы. На коленях нужно побеждать, и в тот миг открою тебе небо. Ощутишь заботу ты мою, прикоснусь к тебе своей рукою. Ты боль сердца только расскажи, так как есть, с горячей слезою. Выхода не видит человек, но я, Бог, имею свои планы. Воззови сейчас же ты ко мне, вот совет, а в нем мои бальзамы. И когда почувствуешь внутри, нужно встать сейчас и помолиться, голос этот ты не отвергни, ибо я хочу с тобой общаться. Вспоминай почаще тот момент, когда небо близко наклонялось и дрожала внутренность твоя. Кто смирен, там будет моя слава. И увидишь вскоре результат, но пока идет еще проверка. Руки ты в борьбе не опускай, и сомнения удаляй от сердца. Приходи почаще ты ко мне, еще больше будешь удивляться, и прославишь имя ты мое. Главное в сражении не сдаться. А я знаю просьбы все твои, и на них имею я ответы. Впереди нелегкий еще путь, но я рядом буду в трудные минуты. Аминь.